Ежегодный всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» проводится с целью содействия развитию молодежного предпринимательства на территории нашей страны. Основные задачи конкурса – выявление и тиражирование успешных практик развития молодежного предпринимательства, его популяризация на примере действующих субъектов молодежного бизнеса. В этом году в региональном этапе конкурса заявки принимались по 9 номинациям. Сегодня мы познакомимся с одним из победителей конкурса. Здравствуйте, в эфире телеканала «Архыз-24». Свое дело. Гость сегодняшней программы – победитель всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2018» Наурус Байрамкулов. Здравствуйте, Наурус. Здравствуйте, Мадина. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Давайте, прежде чем поговорим именно о проекте, который вы представляли на конкурсе, давайте поговорим об этапах подготовки. Как готовили, в чем сложности, может быть, были, может быть, наоборот, просто и легко для вас прошло, и участие само в конкурсе. Как известно, конкурс «Молодой предприниматель России» он проводится в рамках федеральной образовательной программы «Ты предприниматель». У нас ее курирует Министерство туризма и курортной молодежной политики. Непосредственным куратором является Ибрагим Татаркулов. И вот в этом году, на самом деле, было очень интересно. Программа реализуется не первый год в республике, но вот как он взял кураторство, формат ее немного изменился. То есть раньше это были общие такие, многие мотивационные тренинги были. Лекции, да? Лекции такие, да, чтобы подтолкнуть молодого человека заниматься предпринимательской деятельностью. То в этот раз характер был более прикладной. То есть Практика, руководители программы они сделали упор на выработку конкретных навыков. То есть там как вести бухгалтерию, на каких этапах как готовить проект, где привлекать финансирование конкретно, указание мест, условий, как подготовить под это документы. То есть действительно весь год 2018 прошел в подготовке и сделали такой интересный ход. Как бы программа в этом году реализовывалась при участии корпорации развития Карачаево-Чукотской Республики при партнерстве. И, соответственно, проекты, которые были заявлены в этот раз, они были не совсем такого предпринимательского уровня, вроде там, создать, например, там, продуктовый магазин, да, а это были крупные проекты. Таким образом, была цель повысить уровень самой программы за счет участия серьезных проектов, которые представляются молодыми ребятами именно. И поэтому конкуренция была высокая. Мы готовили не один проект это был. Мы обтачивали в течение этого года. Сам проект он у меня стартовал за полгода до начала программы. Находился на стадии предпроектной подготовки. Проект это строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию овощей. Это томаты и огурцы. То есть это большой комбинат, который гораздо более технологичен, чем, например, агрокомбинат «Южный», по новым голландским технологиям, который позволяет добиваться очень высокой урожайности, соответственно, высокой рентабельности. А вот чуть более подробно о проекте. Сами ли разрабатывали полностью? Уже была практическая какая-то проверка, да? И где взяли вот концепцию, может быть, насчет оборудования этих технологий? Как узнавали? Сами это все прорабатывали? С нашей проектной командой мы провели огромную работу. Мы запросили, наверное, около 40 компаний. Мы сначала даже не знали, то есть, что такое этот тепличный комплекс, какой мы хотим тепличный комплекс. Просто мы знали, что это направление субсидируется, оно приоритетно, и сегодня оно имеет особое значение в рамках обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. То есть мы знали, что это будет востребовано. Нам нужно надо попытаться, по крайней мере, насколько возможно, войти в эту отрасль. И мы готовили, мы запросили огромное количество коммерческих предложений, мы с друг другом сравнивали, то есть на начальном этапе никто не хочет делиться секретами. Они дают просто тепличный комплекс, там, система там, полива столько стоит. Все. А мы давайте, что такое система полива, что в нее входит? И мы так вот боролись, пока мы не смогли вообще декомпозировать эту теплицу до 2578 наименований, если не ошибаюсь. Мы ее разбили полностью, что входит, вплоть до болтиков, что где закупается, какие маркировки стали. Мы все это смогли разбить, провести сравнительный анализ, и мы, во-первых, поняли, что нам не нужно многое из того, что нам предлагают, мы можем это убрать, за счет этого сэкономить. И, во-вторых, мы примерно поняли, что где стоит, какая себестоимость. И мы уже понимали, где мы можем торговаться. И таким образом мы выбрали себе лучшего поставщика и постарались у него отторговать хорошую стоимость этого контракта. Но это уже было в конце 2018 года. Но в 2018 году проводилась эта работа по анализу объема поставки. На данный момент на каком этапе реализации вот проект находится? На данном этапе ведется проектирование. Мы предварительно
представили проект на разных площадках, уже получили устную такую поддержку предварительно от корпорации развития Северного Кавказа. Стоимость проекта большая, 850 миллионов рублей. Есть мысли, наш текущий инвестор, возможно, думает, может сократить проект, поменьше его сделать, но пока решение по нему не принято, мы в текущей конфигурации движемся. И вот на львиную долю, почти на 79% по стоимости проекта, мы уже это финансирование примерно обеспечили себе, мы знаем. Часть вложений уже осуществлена. У нас есть земельный участок, который уже подготовлен для проведения всех работ. Ведется проектирование, и как только проектирование завершится, сейчас даже не то, что проектирование, а ведутся инжиниринговые работы с поставщиками оборудования. То есть мы хотим правильно его собрать и уже так запустить, с ним двигаться. И как только эти работы заканчиваются, мы уже сразу входим, начинаем активно строиться. Вот касательно инвестиций, насколько это сложный процесс, вот когда проект вроде бы выигрышный, выгодный, успешный. Сложно ли привлекать инвестиции в нынешних, скажем так, условиях экономики нашей? На самом деле очень сложно, и особенно в регионы привлекать, потому что все больше тянутся к центру. Москва, и тем более юг России, в основном всем как-то сложилось такое впечатление, что комфортнее инвестировать в Краснодарский край, если на юге это будет там, или Ставропольский край, но никто не думает, что у нас здесь можно получить конкурентные преимущества. Например, по тем же теплицам у нас уникальные природные условия, которые более качественные, чем в Краснодарском крае, и что позволяет снижать себестоимость. Но сложно. У нас есть хорошие инструменты поддержки в виде Министерства по делам Северного Кавказа, корпорации развития Северного Кавказа. И то есть пользуйтесь. С помощью них тут как бы просто искать инвестора под проект вообще бесперспективно. То есть ни места, никто не готов инвестировать, потому что из года в год свободных средств, которые вне оборота, их как-то все меньше и меньше становится. И поэтому люди внимательнее смотрят и долго прицениваются, не доверяют, они боятся. Пока эта практика именно создания с нуля таких вот проектов в формате стартап для людей, она сложна. Но если мы уже подготовили проект вот так под ключ, мы его публично апробировали, показали всем, защитились. И кроме того, мы смогли провести предварительные переговоры с государственными органами и другими, кто может оказать поддержку, и мы уже определили себе четкую структуру финансирования, где уже понятно, что вот эта часть, она уже закрыта. Закрой вот эту часть, и ты за это получишь вот это. Вот, когда до такой стадии доведено, уже можно ходить и разговаривать с инвесторами. Тоже не гарантирует, конечно, успех, но на такой стадии реально можно идти разговаривать и уже находить себе инвестора одного, двух, если один не тянет. Ну, мы знаем, что ваш проект пользовался бешеной популярностью, успеха добился, особенно вот в рамках программы «Молодой предприниматель». Расскажите, как для вас защита прошла? Вот эксперты все-таки там другого уровня, именно всероссийские, вот для вас. Было ли это волнительно или наоборот спокойно пошли, защитились, рассказали все как есть и все? Ну, изначально, когда отобрали, я очень удивился, не ожидал. Как бы задача была изначально даже не ориентация на конкурс, а на то, чтобы, пользуясь ресурсами программы, проработать проект. То есть обращаясь к экспертам, которых программа предоставляет, через программу выходя на тех или иных представителей государственной власти. То есть все то, что все бонусы хотел воспользоваться, чтобы проект подготовить. Но тут раз, и мы вышли в финал. И там, конечно, переживал, думал о том, как это все сложится, но на самой защите все прошло довольно просто. Ну, вы даже первый победитель вообще из Карачаева-Черкесии всероссийского этапа. И, в принципе, раньше не выходили у нас люди в финал. Такая большая ответственность, с одной стороны, на самом деле. Хотелось достойно представить Карачаево-Черкесскую республику. Там, знаете, даже вот ребята выходили многие, особенно с Татарстана, они гордились тем, что они со своей республики приходят, и они именно не с собой даже ассоциировали проект, а вот мой проект, который побеждает, выходит в финал, он от моей республики. И, конечно, тоже подстегивал ответственность. Я тоже, это от Карачаева-Черкесии, это наш проект. Я шел, и по экспертам, в номинации сельскохозяйственного предпринимательства, по которой я шел, как это проект агропромышленного комплекса, там именно специалистов по этому направлению в комиссии самой не оказалось. Но вместе с тем они пытались задавать вопросы, связанные по финансовой части, по которой они более-менее компетентны. Но в остальном я чувствовал, что в какой-то части владею, чем они в этом владеют. Но тем не менее, они поставили обеспечить какой конкурсный отбор, всех выслушали, и там сильно разброс проектов. То есть у меня там, например, за 150 миллионов теплица, а у кого-то за 200 тысяч рублей он открыл там мед, производит пчелины. И сложно очень экспертам объективно здесь правильно сравнить и кому-то отдать предпочтение. И, наверное, это и стало причиной, что меня выделили в другую номинацию. А вот скажите, пожалуйста, для вас, вот вы с другими ребятами из Карачаева-Черкесии там были, вот оценка, скажем так, вот небольшая их проектов, вот вы же несколько человек представляли, на ваш взгляд, уровень вот проектов как был? Если
честно, то я был удивлен, что их проекты не победили, не заняли первые места, так как у них очень серьезные проекты. Первый — это Денис Брэм, это АИС Косметик. У него серьезно налаженный бизнес, у которого десятки миллионов выручки, да, который он его запустил. Он его за этот 2018 год сильнейший рывок сделал в его развитии. И на сегодняшний день в корпорации развития Карачаевской республики ведется проработка строительства завода, то есть локализация его завода уже в республике стоимостью там свыше 100 миллионов рублей. Я удивился, почему в их номинациях, ну, мне не совсем было ясно критерий отбора. Что касается второго конкурсанта, это Кемал Тамбиев. У него также действующий бизнес. У него бизнес представлен в двух странах, где-то, наверное, в 10 регионах страны. И у него действующий сбыт, все это работает. Ну, вот, то есть проекты были на уровне. На уровне. То есть они уже приносят даже прибыль. Не уровня молодежи, я бы даже сказал. Да? То есть если у него выручка там, десятки миллионов рублей, то это серьезно. Угу. На самом деле серьезно, особенно в текущей обстановке. Что касательно результатов, да, для вас участие в конкурсе, что вот основное, что дало вот это вот участие? Именно в самом конкурсе важно было... Ну, одно дело, когда мы в своей команде закрыто варимся в своем соку, и мы думаем, что мы все правильно сделали в проекте, и мы все видим, мы все понимаем. Но очень важно вынести на публичное обсуждение проект, если человек непосредственно в этой теме не разбирается. Но у него есть опыт создания серьезных проектов. Он может подсказать, он может указать на слабые места. Это было важно перед тем, как выходить на получение финансирования. И для меня это дало и практический эффект. Например, конкурсная комиссия моей номинации не смогла принять решение по моему проекту. Угу. И обсудив с организаторами, непосредственно Российско-Арабский деловой совет, они были тоже среди организаторов и в экспертной комиссии, они решили создать новую номинацию, непосредственно этот проект под названием «Новые возможности». Угу. И они сами непосредственно меня в ней наградили и дали свои контакты в части привлечения финансирования, так как они... Это их направление. Они привлекают инвестиции из арабских стран и сами инвестируют в арабские страны. То есть для вас это нетворкинг своеобразный, да? Да, безусловно. У них есть самый один из их таких амбициозных проектов – это Арабия Экспо. Он сейчас проходит как раз, по-моему, сегодня должен был завершиться. Угу. Один из крупнейших российско-арабских форумов, туда платный доступ, высокий порог вхождения. Угу. И там они дали там пропуск, туда сертификат на бесплатное участие. То есть результат для вас есть? Прикладной и такой информационно-экспертный. Ну, Рус, самый главный вопрос сейчас. Что, какие планы, перспективы, что для себя видите, приоритетные задачи какие ставите перед собой? Будет справедливость ради нужно сказать, что у меня все было в порядке. Я вообще в Москве находился большую часть времени. Да? Угу. Учился, там образование получал, работал. Больше 8 лет там находился. И оставаться там было довольно комфортно с точки зрения заработной платы, которую я получал, условия, которые там были. Но я сюда вернулся именно потому, что мне хотелось делать что-то в самом регионе. И действительно для меня моя жизненная цель, задача и мечта – это улучшение социальных, экономических показателей и условий жизни населения Карачаевской республики. И для меня это единственный путь, это не политические, да, какие-то лозунги, это даже не решение социальных вопросов. В первую очередь обеспечение хорошей доходной базы для региона, создание проектов. Хочу создать этот идеальный проект, который я потратил на него большое количество времени, сил, личных средств. И хочу, чтобы этот проект действительно реализовался как образцовый. Если мы создадим реальную практику, с этой реальной практикой можно заходить кому угодно. Я хочу представить ее главе Карачаевской республики. Хочу, чтобы он увидел, что вот есть команда, мы создаем эти проекты, и хочу предложить план развития именно этой тепличной отрасли Карачаевской республики. Мы сделали даже специальную карту, на которой мы разбили участки наиболее подходящие по природным условиям, где это можно разместить, как это сделать. Если уже пилотный проект есть, дальше двигаться легче, и инвесторы тоже уже будут доверять, потому что сегодня есть такое ощущение, что проекты сложно создавать, это высокорискованные инвестиции. И легче, там, например, построить многоквартирный дом и продавать квартиры или сдавать их в аренду, или же там торговые центры построить, потому что люди стремятся сохранить свои средства. Надо показать, что у вас ваши средства будут в безопасности, давайте инвестировать, чтобы обеспечить развитие нашего региона. Для меня это вот цель моей жизни, я этого хочу, к этому стремлюсь. И сегодня изо всех сил работаю над этим проектом и чуть-чуть над другими. Что ж, Наурус, спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Мы желаем вам успеха и во всех ваших начинаниях, и чтобы проекты ваши обязательно реализовались все. Спасибо большое за добрые пожелания, приглашение. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы был победитель всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018» Наурус Байрамкулов.
Генри Форд изобрел первый квадроцикл, пределов изобретенный двигатель к велосипеду с четырьмя колесами. KFC – первая западная фастфуд-франшиза, которая попала в Китай в 1987 году. В настоящее время китайская сеть KFC огромна и насчитывает 4563 торговых точки по всей стране. Каждый китайский ресторан имеет меню из 50 пунктов с известными куриными блюдами. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Итоги 2018 года и перспективы развития конкурса. Поговорим об этом с экспертом сегодняшней программы Ибрагимом Татаркуловым. Здравствуйте, Ибрагим. Здравствуйте, Мадина. Итак, «Молодой предприниматель России». Каким прошедший год стал для Карачаева-Черкесии и что нас ожидает в ближайшем будущем? Первое. Следует обратить внимание на тот факт, что Карачаево-Черкесская республика в 2018 году показала лучший результат участия в федеральном конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации «Молодой предприниматель России» за всю историю. Чем это, в первую очередь, каковы результаты и чем это обусловлено? Первое. У нас 6 проектов вышло на округ федеральный. 4 проекта стали финалистами, и один проект стал победителем. При этом следует обратить внимание на тот факт, что из округа 4 проекта, которые выходили на федеральный уровень, в Северокавказском федеральном округе практически все были признаны лучшими в своих номинациях по Северокавказскому федеральному округу. И на федеральном уровне все проекты прошли на финал конкурса, и один проект стал победителем. Это проект Науруза Байрамкулова, сотрудника акционерного общества корпорации развития Карачаево-Черкесской республики, который стал обладателем, значит, звания «Молодой предприниматель России» в номинации «Новые возможности». Данная номинация курируется русско-арабским диалогом, который на сегодняшний день является наиболее сильным коллегиальным органом в сфере экономического блога по взаимодействию Российской Федерации с арабским миром. Напомню, например, в русско-арабский диалог входят такие люди, как Сулейман Керимов, то есть достаточно серьезная, достаточно серьезный совещательный коллегиальный орган, который выделил как раз вот нашего земляка Науруза Байрамкулова в качестве победителя данной номинации, которая была указана выше, «Новые возможности». Если мы говорим о том, каковы вообще перспективы участия, каковы перспективы самого конкурса, на сегодняшний день официальной информации от Министерства экономического развития Российской Федерации согласно проведению, организации проведения конкурса «Молодой предприниматель России» в 2019 году не поступало. А что касательно перспектив, которые дает участие в этом конкурсе, в частности, для победителя всероссийского этапа? Вот какая это площадка для будущего роста, насколько это важно? Ну, в первую очередь, с вашего позволения, немного уйду от вашего вопроса и сначала расскажу предысторию. Конкурс «Молодой предприниматель России», он непосредственно связан с федеральной образовательной программой «Ты предприниматель» в Карачаево-Черкесской республике, в рамках которой действующие и потенциальные предприниматели отправляются, скажем, на участие в крупных всероссийских международных площадках. Это Сочинский экономический форум, это Петербургский международный экономический форум, это Дальневосточный экономический форум. Помимо этого, это и Всероссийский конгресс молодых предпринимателей и «Молодой предприниматель России». То есть, как минимум, есть 5 площадок, на которых молодые и действующие потенциальные предприниматели из числа участников, выпускников федеральной образовательной программы «Ты предприниматель» в Карачаево-Черкесской республике получают возможность принятия участия на каждой из вышеуказанных площадок. Молодой предприниматель России, непосредственно какую возможность он предоставляет? Первое – это возможность презентации своего проекта перед отраслевыми экспертами, то есть теми, кто относится к категории топов в своих направлениях деятельности на уровне нашей страны. Также, помимо этого, на этой площадке присутствуют и потенциальные инвесторы, которые готовы финансировать денежные средства на развитие данного проекта. Помимо этого, проект попадает в пул Министерства экономического развития Российской Федерации, который со своей стороны также готовы оказывать поддержку, административную информационную поддержку в целях масштабирования того проекта, который был отмечен победителем или призером в той или иной номинации.
Если мы говорим об участниках, которые были от нас в прошлом году, то достаточно был серьезный состав среди проектов. Вот как раз, как я уже говорил, Наурус Байрамкулов с проекта «Российского хозяйства». Помимо этого был у нас финалист, победитель регионального и окружного этапа Денис Брем. Это АИС Косметикс, бренд по производству халяльной косметики, который на сегодняшний день реализует свою продукцию. И уже является работающим проектом. Да, более чем в 10 странах даже мира. Угу. Поэтому и практически во всех регионах России. То есть достаточно крупный и эффективный проект, который показал, что на территории Карачаево-Черкесской Республики возможно производство и успешная реализация и развитие яркий бизнеса, пример, который да, относится к категории инновационного как раз предпринимательства, как вот по принципу Голубого океана, да, внеконкурентная среда. Значит, затем, помимо этого, следует обратить внимание, что у нас был Кемал Тамбиев, который презентовал достаточно тоже серьезный проект, который вошел в топ-3 лучших проектов на окружном уровне, успешно прошел финал, также успешно там презентовался и был признан одним из лучших проектов также в своей номинации, который тоже набрал достаточно высокое количество баллов. И у него проект «Би-Эко». Это интернет-магазин, который имеет представительство практически в 40 регионах нашей страны. То есть вот тоже бизнес-проект из Карачаево-Черкесии, который на сегодняшний день успешно реализуется преимущественно в Москве и в 40 субъектах нашей страны. Стоит отметить, что каждый год Министерство экономического развития Российской Федерации организует и проводит данный конкурс в целях того, чтобы молодежь из всех субъектов, в которых реализуется да, федеральная образовательная программа «Ты предприниматель», получила уникальную возможность презентовать свой проект на федеральном уровне. Но для этого, конечно же, согласно регламенту проведения, необходимо нужно пройти определенную процедуру, да, быть выпускником программы, пройти региональный этап, выйти на округ, пройти окружной этап. Ну, только то есть, после с другой этого, стороны, качество да, улучшается проектов. Да, конечно. Конечно. Вот наши победы, скажем так, Карачаево-Черкесии, говорят о том, что, насколько вырос уровень у нас подготовки людей или перспективы нашего рынка, или просто вот интеллектуальный наш, скажем так, потенциал. Ну, в первую очередь я, наверное, отметил бы эффективность реализации мер государственной поддержки по оказанию содействия в развитии успешной реализации предпринимательских практик, именно, ну, вот говоря, в данном случае мы же говорим о молодежном предпринимательстве. Например, программа «Ты предприниматель» в Карачаево-Черкесии показала очень хорошие результаты реализации за последние 2 года. Также, помимо этого, функционирует на территории республики в достаточной мере эффективно Центр поддержки предпринимательства, который на сегодняшний день также своей главной задачей видит взрастить новое поколение молодых предпринимателей Карачаево-Черкесии. Поэтому тут всесторонняя поддержка, которая оказывается, она, мне кажется, что как раз и выступила, да, скажем так, толчком вместе с тем, что и на федеральном уровне достаточно активно ведется популяризация, да, там, молодежного предпринимательства, это и бизнес-молодость, это и лайк-центр, и другие площадки, которые оказывают содействие в развитии молодежного предпринимательства. И все это вкупе обеспечивая, да, своего рода синергетический эффект, как раз таки и, наверное, да, выдали соответствующий результат. Что ж, Ибрагим, большое спасибо за ваше экспертное мнение. Я напоминаю нашим телезрителям, что экспертом сегодняшней программы был Ибрагим Татаркулов. Если вы хотите побывать в гостях нашей передачи или выступить в роли эксперта, звоните по указанному номеру телефона или отправляйте свои электронные заявки. Один известный человек как-то сказал: «Крупный успех складывается из множества предусмотренных и обдуманных мелочей». С вами была программа «Свое дело». До свидания. We'll be right back.